Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 12 мая. В этот день, в 1703 году, после 9-часовой бомбежки, шведы сдали русским войскам крепость Ниеншанс, стоявшую здесь, в устье реки Охта. Крепость Ниеншанс была основана шведами в 1611 году для контроля над Ижорской землей и водным путем по Неве. Со временем под стенами крепости вырос торговый город с 200 домов, верфью и причалом, у которого могли швартоваться большие корабли. Купцы Ниеншанса надеялись сохранить за собой эту удобную для торговли территорию, предоставили шведскому королю Карлу XII большие денежные средства для войны с Россией. В 1700 году началась Северная война. Для выхода русской армии Петра I к берегам Невы и Финскому заливу необходимо было взять две крепости, стоявший у истоков Невы Нотебург, бывшая новгородская крепость Орешек, и защищавший ее устье Ниеншанс. После взятия 25 октября 1702 года Нотебурга, запиравший вход в Неву со стороны Ладожского озера, Ниеншанс оставался единственным шведским укреплением, закрывавшим выход из Невы в Финский залив. 5-6 мая 1703 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Шереметьева подошла к крепости. Гарнизон, который состоял из 600 человек, при 76 пушках и 3 мортирах, и осадила ее. 11 мая после получения отказа коменданта сдать крепость в 19 часов был начат артиллерийский обстрел. Из 20 пушек было произведено 9 залпов, а 12 мортир обстреливали крепость всю ночь. Удачными попаданиями был вызван взрыв порохового погреба, после чего крепость была лишена возможности дальнейшего сопротивления. С захватом Ниеншанса Нева от истока до устья попала под контроль русских. Путь к Финскому заливу был открыт. Петр I принял решение сильно пострадавшую при штурме крепость не восстанавливать, а заложить ближе к устью Невы на Заячьем острове новую. 15 июня 2000 года на месте одного из бастионов крепости Ниеншанс был открыт вот этот памятник.